Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков поздравил работников ЖКХ «Барвихинская» с профессиональным праздником и вручил лучшим сотрудникам предприятия благодарственные письма Мособлдумы. День работников ЖКХ официально отмечается 20 марта, но поздравлять коммунальщиков мы продолжаем до сих пор, сказал парламентарий. Он отметил, что для ЖКХ настала горячая пора борьбы с сезонными капризами и поблагодарил сотрудников предприятия за нелегкий труд.